Вообще, да, план через зеленку зайти. Это... Можно... А техник в поле. Ну, танк, наверное, горит. Танк по востоку пойдет, наверное. В идеале, вот... вот, вот ребят, откуда? Тут холмики. Холмик. Думаю, там почему-то не вращается. А, вот. Вот, холмики, у них там будут стоять танки, однозначно. Они небольшие, но с них видно чуть дальше. За них будет основная битва, я считаю. Тем более, если он знает уже там, как все работает. Там, да, направо смотри, кто там пассажир, чтобы по нам... Я помню, где вроде их выпили. На Майске. Что-то Урала не видно. Граждане Урала, вы там на ДВ? Так, Миш... Можете медленно все поставить? Это шахтарь. Ёж твою ж. Пацаны, как это что это было? Что это было? Был шахит. Да. Шахет? Я еду по дороге, смотрю вертолет, поворачиваю налево, смотрю налево, вы тут несетесь рядышком. Север, ты... А чё, вертушка упала? За это ещё мёртв. А вертушка ещё, её вроде как Урал... Граб там на Урале слышал. А что я? Да, я ж не знаю. А чё вертушка-то упала? Она уже упала? Подбили. Кто вертушки был? А у меня, кстати, спектатор работает. Да, спектатор сломан. Сколько человек не работает? Пять человек сидело в балдаке. Все сдохли. Не, один успел выпрыгнуть, один кто-то успел выпрыгнуть. Так кто же ж? Ну вот я удивляюсь, как он успел прыгнуть, я вообще не понимаю. Чего, Бонзай? Это я просто глянцу довез до Фоба. Решил не морочиться, а просто в город ехать. Вот какой Гонза умный. Да, надо было раньше прыгать. Да там без вариантов, там ГБУшка спаунится. Ты, даже да если выпрыгнешь, тебя... Вы на меня ехали. А я говорил пассажиру. Вот мы встретились с мордой к морде, лицом к лицу. Я только в последний момент заметил. Я на вертолет смотрел, который летел. Все куда-то смотрят. Я Не успел нажать, думал уже, все, вы проехали. Как мне эту картинку восстановить, блин? Можешь перезайти. Какую? Да лоб обратно. Ландака. А, да, что-то я не посмотрел. А. Вон, краб на высотку сейчас заедет. Ну, туда танк можно подогнать, просто равнять город. Это что, Т-72? Т-80? У атаки Т-72.
А, это он же краб на город, но это смотрит. Да, но его. Он в обратную сторону смотрит. Я-то по карте смотрю. А поменялось только цвет, или у независимых еще и они хромой воспринимаются как граждан? Нет, только цвет. Прикольно. Я теперь слышу, как танк задалеко. Это разве не в спектакле сделано, чтобы звук погромче был? Хрена себе, речь припакованная. Потому что у зеленых нет тоу. Это... Хотя у можно... У тепловизора есть вариант. Более. Но вот сейчас как раз будет беззащитен. Это... Да, товку можно, в принципе. У них же там в этом... Это же... Это Ирак, типа, ну, не Фауджи, а Масул, только начало, когда там еще появились. То есть по сюжету вообще красные должны сдохнуть, по моим, скажем, сировке. Они должны работать. Подъехал, выстрелил, отъехал. Пошли трупы. Спектатор должен не работать? Или... Должен работать. Глючит. Перезайду уже. Бога, сейчас обратно. У меня просто ошибку выдала, которая там обычно на... Там, короче, он в АФК уходил. Значит, пришел уже. Ну а что он может сделать? Если он поедет, его сожгут. Ну, ему ждать. Вот сейчас они поедут в город, им будут расстреливать. В принципе, у него позиция нормальная. То есть сейчас. Ему, по идее, бы сейчас можно было, пока они ехали в борт под
этот ДЗ в гуслю, под, имеется в виду между гуслю и ДЗ, туда вот попасть, или в корму. Да, может. И 155. Дальномеры, у которого даже нет. Не, можно, 155-ка у него прямо летит. Но пока находишь дальность, тебя, наверное, обнаружат быстрее. Ну да. Если первым не попал, на тебя наведутся и... табом и... Ну да, на Воге вчера жесть была с 75-ками. А. Да-да-да. Да, и в Т-55 оптика не очень. Вроде послабже, чем на Т-72. Ну, естественно, да. Кто? А, у меня был дробовик. Я на МП-5 поменял. А. Понятно. А Ворон вообще добавил. Умерло, да. Вот это. О, столько народу встретило. Да, красавцы. Так, танчик едет, по-моему, на это. Да, да, да. Удобное место. Кстати, писал, что они по городу дальше работали. Они заметили как-то. Ну вот и вся танковая дуэль. Но башни-то уже нет. И, короче, больше нет. Выбегу этот танк. Да я в борт, ему ББшка летела. Блин. Обидно. Я думал, что он остановился. Кто это был? Не попали по броку. А с чего по нему стреляли? С иглы. С вербера. Да, сюда надо товку, товку оборонить. Это Виск, Викс. Не, ну просто они прям так выехали, сразу на меня прицел был. Да не знаю. Может, конечно, Сален сказал. А стрела, она разве что-то сделает? Ничего, ванильная армия может, да. Ну, ванильная армия... Стрелковки убивает. Еще один стрел. Со стрелковки ванильки можно выбить. Просто с калаша. А вот если бы я сейчас не промахнул, то минус танк был бы. Я... Проблема в том, что оборона еще немножко неправильно действует. Здесь смысл в другом. Сидеть в пальмах, условно говоря, вообще в тылу, и ждать, пальма? Когда пехота подойдет. Я тебе говорил, давай ну, занимай... Ты видел эти пальмы, Паш? Командир. Там не посидишь. Угу. Вот если туда кустов добавить... Ну, мусора можно накидать, кустов. Объекты пшеницы были очень хорошие. Вот это... Да, ракеты. Кстати, вот насчет мусора, ты прав, там вот эти горы добавили. Кого-то поломало домом. Нет, это Птур сейчас прилетел. Да, Спитера поломало домом. Спитера дом сломал, поломало. На этом доме как раз так, нет. Так, у меня есть... дома нету. Офигенный где способ Спитер? Есть, как можно карты. Да он исчез куда-то. Бесконечных количеств. Вообще, сейчас по Спитеру прилетела вот ракетой. Мусорами всякими завалами нужно компенсировать тот факт, что в здании в Армии 2 не особо ну, есть возможность сражаться. Все корявое. Ну все корявое, потому что. Да нет, ты не сможешь в здание стрелять нормально. Ты погибнешь сразу. Нет. Паш. Я думаю, лучше, наверное, БМП-ху первую добавить с Птуром. Просто чтобы еще по пехоте стрелять. Вместо Т-55. Да, вместо Т-55. Да, я же говорю. Да, хуй БМПшка. Да, кстати. Либо просто да. БМПшка у него Птур есть и можно будет.
Да, товку, товку и БМПшку первую. Как раз первую мало где использую. У нас на всех миссиях только в одной миссии она. И то это... У меня зверь лежит на спине и бегает. Эти лаги спектатора офигенные. Это как картошка. Лежал, стрелял и бегал. Да. Так, Рич, давай. Да нет, блин, нормально. Ползает в разлом. Ну, это у меня из-за того, что я перезаходил спектатор. У меня он лежит. Да, а это лаг бывает. Не прошел. Пакет данных не прошел, потому что он... Да. Спитер очнулся. Ну, Спитер пошел в себя. Ну, у меня он тоже лежит как мертвый, но ползает. Угу. Да. Если ползет мертвым? Сейчас в этот дом еще прилетит, Спитер опять будет без сознания. Можно, кстати, в этой миске обороне дракон выжать. Не попадут, но это не долетит, дракон. А чё это такое работает? Это танк что ли едет? Да. Почему-то так, такое ощущение, что в городе прям ездить. Можно отрисовочку поменьше сделать, да, чтобы не было стрелок. Или снег добавить с туманом. Трое реальных пацанов прибежало на высотку, а тихо поехало. А чё не так? Рич, ты чё не видишь, тебя... Еще неизвестно, он умеет связать. Ну, сейчас бы со спектатором разговаривать. Ты знаешь, как с телевизором базарить. Паша, ты не знаешь, в Ираке снег идет вообще, нет? Ну, периодически, да, по-любому. Там, в горах каких-нибудь. Они уже целятся. Рич, низ. До туда 500 метров. А, до Бэйфилда. Либо в танк, либо в бэх. Но не попадет. Да нет, я говорю про танк, который целится уже в них. На тебе обратно. Все, готов, масленок. Ну, а по нему долетел. Пипикс в воздухе лежит. Кайф. Труп. Ну а я чё? Я про. А ты чё? А Гонза так... Флангует. Чё? Там сейчас зону вынес, а там Гонза флангует. Эту группу увидел, оказывается, Краб. Он на них там смотрит. Угу. Сейчас Гонза, наверное, полетит. И надписи интересные. Тогда Савер, вспомните, сжег Беттер и еще... Своих. В чем атаку? Нет, на этом, на миссии, как она называлась там. У нас ворон есть, он еще может все. И Макдог тоже. По Макдогу стреляют прямо сейчас. Бежит, да? Бежит. А ну-ка вы втроем туда побежали. На эту горку. Вы, может, планы обсуждали? Мы лично о другом разговаривали. Да, там, спиральные там вообще что-то такое. Открывашка для... Куда? Все, Макдогу пиздец. Туда. Все у меня, да? Сука. А как они увидели это, блядь? Я думал, Бэха туда стреляет, а оказывается, под кассирата по мне шли. Они в башню вводят. Я думал, он туда стреляет, триггер. А потом сюда пули ложатся. Ворона выкосит скоро. Вот, я же говорил. Ворон! Прошляпил снайпера.
спидер, что ли, убил? Ты чё, какой спидер? Что-то усталость, блядь, не даёт бегать. Чё, нет? А, да, походу, его спидер замочил. Карту пацаны, его спидер убил, блядь. А не Азданик? Нет? А, нет. Спидер, блядь, пиздец, кончен. Возле твоего забора кто-то ходит. Бак-бак. Да никто не ходит. Жёстко. Еще один тоже по соседнему зданию. А вы РКГшки? Да, я да, посмотрю, еще... как дрываются. Перед тем, как вы доехали, мы их все раскидали по кустам. Не, почему раскидали? Я там слушал, склад сделал. Но они... О, и рядом со зверем рядом. Снял, я его туда же положил. Красный. Короче, рядом со спидером дом, там на камне валяется. Ну, зверь в безопасности, нормально. Не, зверя сейчас увидит. Зверя сейчас увидит. Кто? Капознат его увидит? Ну да, вообще, это жизнь. Да, вообще. Вы не верите в случайность? Мне кажется, что... Зверь увидел опозданта, ребята. Да, увидел. Зверь увидел опозданта. Один краб знает, что делать. Еще попасть, но, наверное, в текстуры будет стрелять. Да. Ну да. Есть, текстуру попал. Нормальная текстура, хорошо. Спитер там офигел, по-моему. Спитер думал по нему стрелять, сейчас бы еще спитера убил. А че? Сейчас спитер зверя убьет. Какой-то камуфляжник каноничный. Вот там кажется, спитер и опоздан бежали друг на встречку навстречу да, другу. Да, сейчас бы спитера убил, а опозданка нет. Просто от зверя выглядит так, как будто опоздан пробегает, там спитер высовывается. По зверю бью. Чё взорвалось? Пука на зонике. Пушка выстрелилась. Просто дома выкашивают. Ну что мы еще делаем? Нет. Сколько времени осталось? 2 минуты? 60. 60. Можно если время, кстати, еще тоже порезать. Ну, сейчас мне лучше как первоначальный городской бой. В смысле, 70 минут на такой вот здесь, там это много, это в городе еще? Типа, прикол в том, что там по улице гоняет. Танк по улице маленький. Он горит, он будет гореть, быстро горит. И потом это будут опять ждалки-сиделки, очень долгие, все по домам ныкаются. Поэтому... Сейчас зверя могут спалить, там белое здание. Если они будут так сидеть, мы сейчас по времени победим просто и все. Да, вот. Да. Тогда не руби. Вот-вот. Я даю шанс обороне выиграть, чтобы потом не было вопросов, что там не баланс и тому. Так какой интерес в такой победе просто сидеть и ждать, пока время кончится. Ну вот, так и такая. Странно, я думал, что Азданик сидит, лутается, он любит его обычно полутаться. Оборона должна сидеть, ждать. Атака должна атаковать, но здесь атака не ждет. Не атакует, точнее. Не ждет. Оборона идет на горку. Ждет, тут атака ждет чего-то, не знаю. Да, оборона атакует, а атака обороняет. Все перевернулось. Hey, wake up. Сталин вообще этот домик. О, зверь стреляет в кого-то. Hey, wake up. Я в него не верю. Сейчас минус ему зверь конец. Будет. В голову попало, нет? Да, попало. Я говорю, ему конец. Он через стену. Вот сейчас и проверим, работает триггер, не работает. А он без сознания лежит, надо добить. Не, он мертвый. Всем привет. Руби. Всем привет, с вами Соня. Не, Спитер сейчас стреляет. Да Спитер не видит, что ли, у ящика. Смотрел прям на него. Да пикетинку бьёшь. А! Минус. Третий раз только заметил. По-моему, Спитер за... Но не услышались. Спитер сдаваться хотел. Чё русский называется? А чё зверь сдох? Он говорит, может сдадимся. Спитер свой. Краб, убил. По-моему. Краба сейчас смаслят. Краб, блин, как это? Туда-сюда. Да-да-да.
Аздоник? Это Аздоник, я думаю, что... У краба... По Аздонику свать... Ферс на этого, на Дмитрия Нагиева похож. Пиздец, как похож. Сейчас сюда будет стрелять по бэхе. Или то танк. А, то танк. А сколько времени осталось? 9 минут. 8.5. Давай, танк отработает свой. Аздоник стрелит. Ой, сейчас Аздоник полетит. Ага, заряжает арпагена. Сейчас ему прилетит. На тебе. Так ему и надо, убит. Да ну. Классно, да. Дуэль снайперов на РПГ. Да ему сейчас... Хэдшот. Так, ну все, Крап его заметил, откуда он смогал. Да. Вот техника в голову что зашла. Какой пуск, да? Я не понял, в танке 3 человека сидят? 2. А где бэха? Чё, она сгорела, что ли? А, всё. А, не, кочегар он один. Да, чё, один краб остался, по сути. Ага. Танк. Нет, нет, там ещё танк, вы чё? Там ещё танк. Да 8 минут. Да давайте подождём. Натори, может победим. Кого победим? Да. Да? Спитер где-то уже зашел. Может у танка есть фраг какая-нибудь, промкнет он взорвет. Да сейчас приедет кто-нибудь к нему и все, он еще что-нибудь выбьет. Hey, wake up. А как притвориться мертвым? На какую кнопку? Нет, есть такого. Hey, wake up. Притвориться мертвым? Меня уже там запокали, рубите, рубите, рубите. Уже истерика у народа, рубите. Ну все, да, руби, наверное. Время миссии 60 минут. 7 минут. Давай руби, но мы победили. Осталось 5 минут. А спидер победил, да? Да. Аздоника. Сейчас он еще техника повыбивает. Если она поедет, конечно. Спидер мне в ТС написал, прости. Танк зашевелился. О, танк, сейчас можешь спидер танк выбить. Возможно. Ну спидер умеет. Что-то будет, что-то будет. Да, 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 да. Та-дам! Да-да-да-да. Смотри, какие. А еще четко. Ну это высший разряд просто. Он как бежит, сейчас что выйдет, краба убьет. Сейчас он услышит, что к нему подбегает. Оп. Ну все. Да близко, что-то рядом было. Нет, рядом был. Вообще не тут был. Не тот. Ну они наугад. Кажется, сейчас кочегар краба убьет. Ему дом мешает. Боже мой, это пятка. О, краб, краб. О, краб увидел пятку спитера. Сейв закрыл. Да, да. Ой, я же говорил. Я же говорил. Он что, его прострелил, что ли? Я думал, зеленый вин. Кочегар убил краба, отлично. Он его не прострелил, короче, там... Отрикошетило, походу. Да, рикошетом каким-то. Я вот говорил 100%. Он прострелял, который? 2 минуты. Все, блин, вы не играли. А спитера, по-моему, защищают. Минута, парни. Молимся, но пока. Спитера ковер защищает. Триггер. Сейчас, да. Сейчас Петр с окна выпрыгнет еще. Последние секунды его просто убьют. 60 минут прошло. Мы вообще-то по Стиму разговариваем. Все. Все. Просил локальный. Ура. Ура!